Друзья, все ролики по Black Rush, они сделаны не только, так сказать, с поддержкой Black Rush и всех вот этих вот остальных вытекающих из всей вот этой вот, знаете ли, организации людей, я думаю, это организация некая такая, знаете ли, да, не только благодаря вот Black Rush, а еще и благодаря, так сказать, моей организации Anti-Samp. Поэтому, чуваки, всем Anti-Samp в чат Anti-Samp, в комментарии Anti-Samp под видосом лайк. Это все, что я хотел сказать перед началом данного видеоролика. Но еще есть маленькое такое, знаете ли, отступление. Все дело в том, что я, ну, обсуждаю новости по Black Rush. Те, которые публикуются в новостном вот этом вот всем издании, в новостном портале, во всех прочих вот этих вот всех вещах под названием Life Mobile. Вот я там все это делаю, я там всем этим занимаюсь, и вы все это, разумеется, смотрите на моем YouTube-канале, подписывайтесь, ставите лайки, ставите дизлайки, может быть, там отписывайтесь от канала, подписывайтесь на канал и делайте все прочие вещи. То есть, и я бы хотел сказать, что я иногда могу пропускать некоторые новости, и вот сейчас вот будет некоторое возобновление новостей. Может быть, это уже не актуально. Может быть, там, я не знаю, еще как-то где-то что-то откуда-то там вот это вот все есть. Однако, вот давайте, ладно, обсудим новость, которая, в общем-то, есть вот тут, которая должна быть еще где-то, которая должна быть как минимум еще у меня на канале, чтобы вы как бы все это прекраснейшим образом понимали, осуществляли, и все вот это вот было еще в подобных масштабах всего вот этого вот прочего. Однако, ладно, давайте все это посмотрим, засмотрим и так далее, еще все сделаем. Life Mobile пишет, а Black Rush, отмечая Black Rush, знает толк в рекламе. То есть получается, что они одновременно сделали все так, что и Black Rush отрекламировали, и тут обсудили рекламную новость Black Rush. Не то, что ее обсудили, а просто запостили. То есть это две рекламы в одной рекламе. Все дело в том, что на сайте под названием Russia Today видим. Я почему-то не знаю, почему, когда заходишь на Pornhub с России, то у тебя RT. То есть это что, это Республика Татарстан или это еще как-то РТ, как-то расшифровывается на Pornhub, почему перед началом всей вот этой вот ссылки есть это, неважно. В общем-то, люди, которые, так сказать, смотрели видеоролики на этом замечательном сайте, похожем на YouTube, на таком, знаете, желто-оранжевом YouTube, они, в общем-то, могли видеть рекламу Black Rush, а там реклама на Pornhub работает так, что у них вроде как нету рекламных баннеров в начале и всех вот этих вот ссылок в начале, как у YouTube, когда, допустим, идет 5-секундный там прирол какой-то, и потом вы можете все это пропустить, или там мидролл, допустим, или что-то наподобие того. У них это все работает как? Я просто сам не проверял, мне друзья рассказывали, я вообще на все эти сайты не захожу, у меня вообще там, знаете, чуваки из Anti-Samp есть, мы занимаемся, так сказать, всеми контактами именно с ними, поэтому выступайте в Anti-Samp, все настоящие люди, они как бы существуют и работают, и принимают все прочие действия в Anti-Samp. В общем-то, как работает реклама на этом замечательном оранжевом сайте или желтом сайте, я, наверное, это все-таки оранжевый цвет, я не знаю. Так вот, она работает так, что когда ты ставишь на паузу, у тебя открывается вот это вот все рекламное окно, и закрыть это можно, насколько я понимаю, насколько я опять-таки могу предполагать, потому что я сам на этом сайте не сидел, сам я все это не делал, и, по-моему, все это можно убрать, если купить премиум, потому почему-то вот, знаете, многие думают, что премиум на Pornhub это типа, можно будет смотреть абсолютно все видосы, вообще абсолютно всех порноактрис, но это не так, потому что можно будет смотреть только какие-то определенные там открытые премиум видосы, а на актрис все так же придется покупать какую-то дополнительную подписку для того, чтобы смотреть их эксклюзивный контент, поэтому это чисто, так знаете, Pornhub без рекламы и без всех вот этих вот вещей. Хотя, если смотреть на Black Rush, на все это, если смотреть на такую рекламу, то все вот это вот прочее. Однако, скорее всего, это все фотошоп, это все шутка, потому что сами Life Mobile, сам Рома Злобин, сами все вот эти вот чуваки с Life Mobile, они сказали, что типа это шутка, если что. И вы, если что, знаете, что все это как бы шутка, и все это как бы только в рамках шутки. Однако, ладно, мы все эти шутки понимаем. Я вообще все эти шутки, разумеется, одобряю. Шутки с порнографией и со всеми прочими вещами — это всегда круто, интересно, смешно, логично, незаурядно и так далее. Поэтому, если что, то, разумеется, Pornhub, о, вернее, Black Rush, там, знаете ли, ссылка на скачивание лаунчера находится в описании. Там же в описании находится мой никнейм Данила КПРФ. Там же в описании находится мой промокод хэштег ZDS. Вводите все эти вещи для того, чтобы у вас на Black Rush были вещи. Вот. Я думаю, что я все объяснил достаточно, так знаете, логично, достаточно, так знаете, чтобы все было понятно. Поэтому, если вы что-то не поняли, то, разумеется, можете либо отписаться от канала, либо подписаться на канал, если вы, разумеется, все поняли. Смотрите фильм «Война 2», приходите на мои стримы, которые иногда бывают проводятся. Всем спасибо, всем Anti-Samp, и всем, разумеется, пока, и, разумеется, до свидания. Всем пока.